Тэатралізаваныя прадстаўленні, гутаркі і вучэнні. У Гомельскай вобласці працягваецца акцыя «Адзін дзень бяспекі». Сёння на кандытарскай фабрыцы «Спартак» тушылі пажар у вытворчым корпусе, а ў школе нумар 21 эвакуіравалі вучняў па трывозе. Вядома, усё гэта былі трэніроўкі. З падрабязнасцямі нашы корэспандэнты. Один и день без пеки на кондитерской фабрице «Спартак» проходит масштабно. Отпрацовывать день и подчас махчимых надзвычайных здарэння у розного характера. С сиренами и уключенными проблесковыми маячками на территорию предприемства заезжают больше за десяток машин воротовальников. Хутка меддапамога, аварийная газовая служба и милиция. Згодно с легендой вучыння, у вынику короткого замыкания почался пожар на другим поверсе вытворчего корпуса. Есть потерпелые. На верхних поверхах находятся люди, которые не могут покинуть будинок. Усе службы працуют хутка и зладжана. Недбайность на тренировце может привести до трагедии подчас сапраўднай надзвычайной ситуации. У вынику пожар локализованы, а потерпелым оказана допомога. А кроме того, отпрацавали подчас одиного дня безпеки и дзеянні подразделения у громадской обороны предприемства. Задействованы службы абсолютно все, это в частности МЧС, скорая, газовая служба. Также принимают совместно с сотрудниками МЧС, скорой помощи, газовыми службами наши добровольно-пожарные дружины, которые производят комплекс совместных мероприятий по ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть. У сярэдняй школе нумар 21 Гомеля программа «Адзінага дня бяспекі» так само насыщенная. Спачатку перед вучнями и працовным коллективом выступили супрацовники МНС. После школьники представили театрализованное представление, у яким размова шла о правилах бяспечных поводинов. Обовязковый пункт у списи мероприемства – эвакуация по тревозе. Как только загучала пожарная сигнализация, вучни разом с наставниками дисциплинованно и хутко покидают будинок школы. Бачно, что гэты элемент добра отпрацаваны. Эвакуация займает усяго 4 хвилины. Увогуле, у 21-й школе пытанням бяспекі жыццядзейнасці надаюць вялікую увагу. Актыўна працуюць і з дзецьмі, і з бацькамі. Дарэчы, дапамагаюць у гэтым настаўнікам і самі вучні. Мы ведем очень большую агитационную работу, потому что в нашей школе есть кадетские классы МЧС, поэтому мы принимаем такую методику, как равный обучает равного. И поэтому дети всегда рассказывают своим сверстникам о том, как нужно себя вести в таких ситуациях. Мероприемства, примеркованные до акции «Один день безопасности», будут проходить по всей стране до 1 сакавіка. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».